Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас машина вторичной очистки семян, с вами передвижная MS 4,5, 2004 года выпуска. В таком вот состоянии, она полностью комплектная, полностью рабочая. Выглядит вот таким вот образом. ЛКП немного слезло, но работает, не влияет. Так. Второй шнек вот здесь вот он торчит. Сняли его для транспортировки. Производство города Воронеж. Воронеж-Сельмаш. Друзья, если заинтересовал данный очиститель семян, обращайтесь к нам, звоните, пишите. Будем ждать ваших звонков.